ветер такой, ну так здорово, прям, ай, красота. Это прекрасно цветущее дерево прошлым летом приютило гнездышко. А случилось так, что замечательный парень Тимур косил здесь траву и нашел гнездо птичье. И вот что случилось дальше. Тимур покосил и нашел какое-то гнездышко. Сейчас мы посмотрим, что там за гнездышко. Жалко, а что же это за птичка такая? Да, наверное, же обычный этот. Что? Воробцы вот эти обычные. Воробьи? Да, да. Ой, какие малюсенькие яйца. Надо же, гнездышко какое. Блин, ну и что с ним теперь делать, а? А давай его они найдут. Нет, ну это не воробьи, это какие-то птички красивые. Давай рядом поставим, возле столбика. Найдет она? Вон она, по-моему, сидит, птичка. Где? А да, вон, по-моему, да, она сидит. Вон, видишь? А то бабочка. То бабочка. Ой, боже, какая малюсенькие. Сейчас. Надо ж, какие малюсенькие. И кто там вылупится? Сейчас мы его... Ну, блин, да? Может... Не, если мы так куда-нибудь вниз ее положим, они точно... Так она внизу будет была или где? Оно вон, дерево я скосил. А, на дереве было. Да. Вот здесь вот оно было как-то. Вот так вот на дереве. Притулено. Ну да, вот же дерево. Увидел. Тимур, а давай на этом дереве. Я ж хочу. На это же хочешь. Два было. Кто два? Яичко. Кого? Так там три вроде бы. Ну ой, три. Точно три было. А, подожди, еще вот здесь. Еще упало, да? Мало. Блин, они мне, кроме ласточек, мне больше ничего не нравится, но мне, блин, жалко их. Жалко, да, потому что... Может их притулить на другое дерево? Она ж как-то сидит. Ага. Так, надо ж как-то так, чтобы они увидели. Да по-любому они будут так кругу облетать, чтобы найти, ну, свое, да, гнездо. Надо, чтобы она как-то держалась. И его видно с этой стороны. Да, 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 видно. Ага, хорошо. Держится? Вроде держится. Держится, да. Ну, думаю, что найдут. Видно я, его. Блин, прям и уже надеюсь. Да. А классно. Чей жалко. А. Ну, что такие хорошенькие, когда маленькие. Блин, я думаю, может, не показалось. Надо же, я никогда не видела тоже. Заглушил, думаю. А ну посмотрю на всякий случай. И правда, блин. О, класс. Ну и все. А сейчас это дерево прекрасное цветет. И так красиво. Посмотрите, какие... Боже мой, как красиво оно цветет. Это удивительная красота. А какие большие, прямо огромные одуванчики. Красотулечки. Их целое поле здесь одуванчиков. Ой, как красиво, козочки в одуванчиках. Мой огород упирается в лесопосадку. И здесь вот это все терновник. В прошлом году у меня было две дойные козы. Одна привела мне двух козлят, а вторая одного козленка. Я козлят не забирала, мамочки кормили их очень долго, но, несмотря на это, молока мне хватало. Молоко было очень вкусное, совершенно без запаха, ну просто вкуснейшее. Я делала творог и сыр из этого козьего молока. Но в этом году у меня пока что окатилась только одна коза старшая, вот, причем не знаю, где она взяла козла. Козел был в декабре, и все должны были окатиться в конце мая, в начале июня. Но неожиданно 8 марта появились два козленка, значит, козел когда-то пробрался к козам, все-таки сделал свое дело. Одна коза, вот эта, которая привела двух козлят, она почему-то отказалась одного кормить.
И одну козочку я кормлю из соски. Вот выкармливаю. Ну, сейчас они уже подросли, им 1,5 месяца. Они уже бегают, резвятся. И одну мы назвали Марта, потому что они родились 8 марта, а вторая с черной спинкой — Ночка. Но еще две козы на подходе, вот ждем, не знаю, должны еще в конце мая еще быть козлята. Вот, козлята мои побежали домой. Ну что, ребята, пошли домой? Ой, прямо на перегонки. Кто первый? Ариша на дерево залезла от него. Ага, Добик, все, спряталась от тебя Ариша. Ну и как ты будешь слезать? Ну, давай, прыгай. Давай мне лапки, давай. Ну-ка, давай помогу. Ну, спускайся. Не хочешь? Ну, смотри, я ухожу. Прыгай. Молодец. Ах, Тобик, следом. Лусочка. И несет яичко. Молодец. Закапывает. Петух привел своих курочек к козам. Так, уводи, давай, уводи. Уводи. Красавчик, уводи. Все, курочек отсюда уводи. Здесь у нас козье царство. И там сено стоит. В мешках. Вот здесь кормушка для коз. Все, дорогие мои. А, куры остались. Куры, что ж с вами делать? Выходим. Куры, выходим. Пыш, пыш, все. Вон гнезда свободные. Нет, вам надо в одно гнездо сесть. Да? Вот так удобнее, в одном гнезде. А вам? Так. Нужно собрать некоторые яйца. Вот они. Они любят в одно гнездо. Рядом зачем? Рядом пустое. Нет, надо нам в одно. Правда, куры? Да, в одном веселее. Вот здесь тоже все три. Хорошо, деревенские домашние яйца. Вот за 4 дня. Очень даже неплохо. Спасибо, мои дорогие курочки. Ну вот, почистила. Налила водички чистенькой. Постелила соломку. Добавим хлебушка, морковки. Кушайте, мои дорогие. Зерна сейчас принесу. Да, Рыжик? Пей водичку, пей, мой хороший. Пей, мой Рыжик, цыпленочек, уже подрос. Я его творожком кормлю, яйцо сейчас пойду еще сварю. Белки ж надо, им они ж не бегают. Ну вот, водичку пьет, он вместе с кроликом ест морковку, хлеб и траву. И зерно. Кушай. А и это троица. Эх вы. Надо какую-то мисочку сделать, чтобы она не переворачивалась. Ну, я пока еще не придумала. Привет. Домики прячутся, и Рыжику хорошо. Здесь не дует, сквозняков нету, хотя воздуха достаточно прохладненько. Ну все, ребятки, ищет. Куда пофиг делся? Ага. Нету? Ой, наелся уже он. Хороший такой Рыжик, красавчик. Ну ладно, ребята, пойду я работать. Пока, кушайте. Теперь кормим курочек. Итак, сейчас они все сюда прибегут. Вот, бегите, давайте все кушать. И вы тоже. Давайте еще. Пожалуйста. Кушайте все. Вот, оттуда бежит. Давайте, лопайте. Пшеница, кукуруза. Кушайте, мои хорошие. Кушайте, мои драгоценные. Я вам сейчас воды чистой налью. Вот они уже идут. Ага, любят из лужи. Почему-то из лужи пить лучше, чем из этого. Так, ну сейчас придут купаться мои гуси. Вот они что делают. Гусочка. Так, гусочка.
любуются, да. Они почему-то любовью занимаются в воде, дремут на водах. И вот они сейчас договариваются. А тот гусак главный смотрит на них, а эти договариваются. Ну, вот так можно пощипаться, поцеловаться, полюбоваться друг на друга. Это две гусочки. Гусак, да. Это гусак, да. Гусак. А этот разнимать пошел их, главный гусак. Что вы деретесь, а? А ну прекращайте. Прогнал, а сам, значит, вот, доволен собой. А как же, а как же. Теперь вернемся к прозе жизни. Ой, мамочки, берем тяпку. И вот у меня целая тут плантация дикого щавля, который мне совершенно не нужен, потому что если он вырастет, ой, то будет мне плохо. И вот так вот мне приходится сейчас все делать. Итак, начинаем прозу жизни. Ну-ка, вперед из песни. Ну как же тут без моих? Вон Ариша сидит. Да здесь, я здесь. А он Тобик. Тобик. А как же и Тобик тут? Без них никуда. Ариша за птичками наблюдает. Она сидит и наблюдает за ними, да, я за тобой. И там тюльпанчики у меня растут, красота. Да, Тобик, помогай, помогай. И Ариша тут как тут, никто от меня не отходит, это мои помощники любимые. Вот если бы еще тяпки взяли и пололи вот эту требедей, правда, тяжеловато мне. Однако, ну спасибо, хоть поддерживаете. Ну что, половина работы сделана. Все, спасили, устала, не могу. Сейчас соберу этот щавель домкозом. Они его хоть неохотой, но едят. Вот, и пойду домашние дела делать. Там мои птенчики ждут. Кушайте, мои дорогие. Приятного аппетита. И ты тоже, да. Кушайте. Ну, помогли бы, деловые, только ходите за мной. Так, что тут мои птенчики? Бегают, кушают, пьют, все живы-здоровы. Отлично. Пойдем посмотрим яйца. Так, 11 часов, пора переворачивать яйца. Проверяем температуру. Хорошо. Открываем. Так, все. Охлаждайте, сейчас принесу вас, протру и пока остывайте. Ну, что-то страшное надвигается. Ужас. Ужас. Цыплят пришлось переселить. Готовим место для гусят. Вот оно приготовлено. Постелила соломку. Вот так. Мы приобрели бройлеров. Вот они сегодня им сутки. Пришлось цыплятам потесниться. Им так много места. Вон там цыплят спят, уставшие, наевшиеся. Это бройлеры. Бройлерам много места не надо, поэтому вот у них прекрасная лапа висит. А у этих цыплят обычные с отражателем. Давайте, ребята, живите, растите. А за окном такая красота. Хорошо жить в деревне.
пойду я в дом.